Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал «Видео завораживающий русский», где мы говорим о самых интересных словах русского языка. Пожалуйста, ставьте большой толстый лайк и подписывайтесь на мой канал, если хотите получать информацию о новых видео. И сегодня у нас интересное слово, как обычно, это «тщеславный». Тщеславный. Мне очень нравится тщеславный. Тщеславный человек. Давайте посмотрим, что это значит. Слава. Слава – это популярность, когда мы популярны. Да? Например, ко мне пришла слава. Слава – это какая-то большая популярность. Например, мы можем сказать, эта актриса долго была неизвестной, но после этой роли к ней пришла слава. Слава – это популярность. И «че» – это от слова «тщетный», «тщетный» – это немножко литературное слово. И «тщетный» значит «необязательный», это не нужно. Или это мы это делаем, но без результата, тщетно, да, например, я тщетно пыталась включить телевизор, да, но он не работает. Я тщетно пыталась позвонить ему, но он не отвечает. Тщетно, это литературное слово. И тщеславный, тщеславный значит человек, который любит быть популярным. Любит быть популярным, но тщеславный – это слово негативное, значит, он или она слишком любят. Пример. Александр повесил на стену все свои дипломы. Александр повесил на стену все свои дипломы, он тщеславный. То есть, когда люди приходят, они говорят: «Ой, ты этот диплом получил, этот диплом получил, этот диплом получил, какой ты молодец!» И он говорит: «Да, да». То есть он тщеславный, можно так сказать. Что еще? Ну, например, если человек любит, когда другим он нравится. Например, еще фраза. «Даже когда я иду в магазин, я крашусь». Крашусь, значит, косметика. Даже когда я иду в магазин, я крашусь. Я тщеславная. То есть мне нравится, когда люди говорят: «Ой, какая она красивая!» Или не говорят, просто смотрят. И это немножко тщеславие. Тщеславие – это характеристика, когда мы тщеславные. А вы, дорогие зрители и слушатели, вы тщеславные? Я думаю, что я чуть-чуть тщеславная. Да, мне нравится, когда... Ну, например, я люблю быть в хорошей форме, потому что я чуть-чуть тщеславная, и мне нравится, когда люди говорят: «О, у тебя хорошая форма спортивная». Или, например, да, тоже, когда у меня дипломы или трофеи, я люблю их ставить, чтобы все видели. А есть люди, которым не важно, да. Вот, так что я чуть-чуть тщеславная. А вы напишите, вы тщеславный человек? И как вы думаете, тщеславие – это хорошее качество или плохое качество? Пишите в комментариях. Приходите на мой сайт, конечно, в клуб «Русская дача», где вы получаете видео и подкасты каждые 5 дней. Но если вы не хотите ничего покупать, никакой клуб, просто смотрите мои видео и читайте у меня в блоге статьи каждую пятницу. До скорого, пока-пока!